Всем добрый день! Вы смотрите канал вязания Svelte and Life. Сегодня будет видео про готовых работ, которые я связала за апрель и май месяц. Я связала кардиган, джемпер, жилет и 4 шапочки. Приятного просмотра вам! Этот джемпер я вязала из пряжи Alize Cotton Gold Drops U и пряжа Yarn Art Style. Вязала на спицах номер 5. Работаю очень довольна. Это такой демисезонный джемпер, можно и летом, и зимой одевать. В апреле связала укороченный жилет из остатков пряжи. В мае месяце я связала себе кардиган в стиле Color Block. Вязала из пряжи Drops U на спицах номер 4,5. И связала я 4 шапочки. Черную шапку я вязала из пряжи Alize Lana Gold Fine, и белая пряжа – это остатки пряжи. Эту шапочку я вязала из пряжи Gazal Baby Wool. И белые полосочки я тоже, белые и розовые полоски я тоже вязала из пряжи, из остатков пряжи. Эту шапочку я связала из пряжи Мидора Ангора 2. Это двойная шапка Бини. Вязала на спицах 2,5. И эта шапочка тоже связала из пряжи Мидора.